ча, и завтра повторится. Паш, Паш, ты устал. Я же еще жишь, я же... Нет, Паш, ты устал, тебе надо отдохнуть, поедешь в горы. На пикник! Навсегда! Так, девочки, помогите Павлику разжечь костер в горах. Вы что, не понимаете? Вы что, ничего не понимаете, что нам нужно что-то грандиозное? Что нам нужно... О, нам нужно снять кино. Славик, кино про горы. Покажи горы. Давай горы покажи. Вот. Это что? Это вот гора. Вот. А мне нравится. Я уже даже вижу, где Павлик с девочками жгут костер. Так уйди отсюда. Сейчас папа покажет горы. Оформите меня. Пикчерца представляет. Песенка о любви к кинофильмам исполняет мой любимый певец. Джеймса Бонда люблю. Вот за это, за это, за это. Я люблю Матрицу. Вот за это, за это, за это. Я люблю Рокки 5. Вот за это, за это, за это. И Чужие люблю. Вот за это, за это, за это. Терминатор люблю. Вот за это, за это, за это. Форрест Гамп я люблю. Вот за это, за это, за это. Шерон Стоун я люблю. Вот за это, за это, за это. Супермена люблю. Вот за это, за это, за это. Я Титаник люблю. Вот за это, за это, за это. И Годзиллу люблю. Вот за это, за это, за это. Я Бригаду люблю. Вот за это. Ну а вас я люблю вот за это, за это. Ну, теперь понятно, понятно, что нужно людям. Да. Так, нужно закрепить успех. Нам нужно что-нибудь такое социальное, слезливое, отечественное, что-нибудь так такое. Так уже все готово. А почему не показываем? Вы слыхали, как поют в метро? У певцов в метро свои легенды. Я на Рижской знаю одного. Каждый день теряет документы. Каждый день у них горят дома. Отстают от поезда с ребенком. В трех словах описана судьба. Шариковой ручкой на картонках. Алло, я на работе, перезвоните. Простите. Я, друзья, совет хочу вам дать. Если паспорт сжечь, пойти по миру. Если год на поезд опоздать. Можно на Тверской купить квартиру. Вот и все. Музыкалку мы выиграли. Так, нужно добить зрителя. Нам нужно что-нибудь, какую-нибудь сагу нам нужно снять, да? О, сага о Спартаке. В эфире Александрийский маяк. Прослушайте сигналы точного времени. Римское время 2 часа ровно.
это? Народ Рима. Я в шоке, это народ Рима. Да. Я Спартак, я освобожу вас. Мы не верим тебе. Не верим. Я прибыл из Афин, чтобы освободить вас. Все афиняне лжецы, придурки. Придурки. Придурок. Ну я не совсем из Афин, я родом из Персии. Все персы вруны и трусы. Трусы. Придурок. Ну ладно, 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 я китаец. Он китаец? Он китаец, он китаец. Народ Рима за мной, ура! 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 Римское время... Два часа 15 минут. Все в Колизей на битву Спартака с Калигулой! Ну вот и все, Календула, Калигула! Настал твой капец! Да, Спартак, ты меня победил, и имя твое останется в веках, и твоим именем назовут Мишулина. Нет, нет, не надо. Да, не надо. Да. И пуфлыжную футбольную команду назовут. Ну, пожалуйста, ну не надо, я тебя очень прошу. Да? Тогда дерись, хорошо, трус. Хорошо, хорошо. И на арену выходит чудовище из MTV. Победил Спартак, он первым слепил пасочку. А на арене появляется император. Вот и я, Спартак, Фридом. Ай, сволочь древнеримская. Что мне сделать с ним, народ Рима? Не надо. Ладно, я не буду тебя убивать. А почему? Потому что КВН – это ведь добрая игра. О, кого я вижу, Абдулов. Сейчас кому-то я уши надеру, кому-то надеру уши. Миша, Миша, ты же не так должен был сказать. А как, Сережа? Уважаемый Александр Гаврилович, с 50-летием вас! Ну правильно же, все правильно! Уже идет начало лета. Мы с тобой играем в КВН. И в лучах искусственного света, может, расстаемся насовсем.